ДТП во Владимирской области, в котором пострадали жители Чувашии, обсудили на совещании у главы республики. Михаил Игнатьев поручил оказать раненым необходимую помощь. Этой ночью во Владимирской области на трассе М7 микроавтобус из Чебоксар врезался в попутный КАМАЗ. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и наехал на барьерное ограждение. После этого «Мерседес» столкнулся с КАМАЗом и опрокинулся. В результате ДТП погибли 3 пассажира микроавтобуса, 6 человек получили ранения. Проводится проверка и уточняются все обстоятельства аварии. Михаил Игнатьев попросил Минздрав держать ситуацию на контроле, доставить в лечебное учреждение республики тех, кого можно перевозить, и проследить, чтобы не транспортабельные ни в чем не нуждались.